Написать свое самое заветное желание, сложить записку в новогодний шар и повесить его на елку. А добрые волшебники в лице членов партии «Единая Россия» обязательно их исполнят. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» сбылись мечты двух ребят из Шумерли. О чем мальчишки просили Деда Мороза, расскажем в нашем сюжете. Смотри, как у тебя хорошо получается. Захару Калачеву 8 лет, и он очень любит музыку. Вместо машинок в руках с самого рождения всегда были поющие игрушки. А когда мальчик чуть подрос, освоил синтезатор. В этом году клавиши не выдержали напористой игры. Мама Захара Елизавета Калачева рассказывает, заявку на участие в акции «Елка желаний» с просьбой подарить новый инструмент отправили на удачу. И вот мечта осуществилась. Мне вдвойне приятно исполнять это желание Захара, потому что я его знаю. Я являюсь депутатом на этом округе. И, знаете, очень хороший, замечательный мальчишка, и он хочет заниматься музыкой. А вот 7-летний Владик давно мечтал прокатиться на снегоходе. На нем ребятню возят в местном парке отдыха. Так и пришла мысль написать об этом Деду Морозу. А вдруг желание сбудется, рассказывает мама мальчика Надежда Кузнецова. Я счастлива, что это желание осуществилось. Я думаю, и сынок у меня очень счастлив. Пока сейчас он, наверное, немножечко ошарашен после такой прогулки. Но мы, правда, очень рады. Дарить удовольствие людям – это вообще замечательная возможность. Вот. А ребенку тем более. Быть Деду Морозом – здорово. На сегодняшний день добрые волшебники продолжают исполнять мечты участников благотворительной акции, среди которых дети-сироты, пожилые люди с ограничениями по здоровью и дети из малоимущих семей. Прием заявок на участие в проекте завершен, а вот исполнять желания будут до конца февраля.